И набравший сил набрался он набрался сил. Он набрался сил, много он готов. У меня все было, что было. Мясо, так сказать, растаяло. Ну, хоть какой-то. А после той легендарной тренировки появился тонус, скажем так. Вздрогнем! Пошло! Был на термах, отдыхал, чувствую, спинка так разболталась. Сейчас только раз, сделал два столбика в тонусе, все как положено, в тонусе.
как говорится, что сделали, то сделали. Так называемая заминка. Замечательно. Наша спина в поясничном отделе. Вот сюда выходят позвонки. И от этого начинаются грыжи, смещение. И все вот эти вот боли, неприятности и прочие сложности сюда. Вот это упражнение за счет того, что мы давим отсюда, все это вот сюда вот вылазит. Все это распрямляется, все это становится на свои места. Уникальное упражнение. Уникальное. Вот это. И землю же ногами. Здесь чувствуется на спине. Вот тут. Две такие колонны стали.
тело прогрелось, увлажнилось. Это как раз те идеальные условия, в которых идет и набор энергетики, и прокачка энергетики. То есть вся такая хорошая работа по оздоровлению. Мощь, мощь. Умственно собираем энергию, вот чувствуется она, и от ног идет с земли, сверху идет, вот отовсюду. Мысленно собираем энергию, собрали, чувствуем готовность и отлично. Новое упражнение направлено так вот, где-то на лопатки вверх спины. Надо его размять. Хотелось бы сразу 360. Но. Ну что, нормально. 260. Вот к этому упражнению как раз подхожу такой разогретый, прогретый, насыщенный энергией. Вот тут я могу придавить, упереться. Весь такой влажный, увлажненный, хорошо. Наполненный энергией. И это хорошо. Хорошо на лопатке так. Руки слабые, не держат. Вроде спина тянет, а руки слабые, не держат. Вверх шибануло.
хорошо позанимались, прогрели организм, главное, пропустили энергию, прокачали, насытили клеточки энергии, чтобы они восстанавливались, то есть пробудили. И это важное.